Итак, Аншабдуль, братья, сейчас я сделаю первый полный обзор Deus Ex Human Revolution, поскольку, можно сказать, я прошел сейчас игру. Почему я до конца ее не смог пройти? Потому что я играю просто глючный образ, либо какая-то защита антипиратская стоит. То есть самый последний 15-й чаптер, где все уже ясно, всех уже убили, вообще там людей всех истребили на планете, можно так сказать, фактически. И вот это кольцо, вот это хеловское, прям вот это, ну, однозначно последний уровень, там врагов нету, и все, и 60 часов играл, а то, может, и 100. То есть совершенно чудовищная продолжительность. И там, когда подходишь к этой двери боссу, все замирает, все, и зависает приставка. Я 2 раза перезаписывал баланку, но все равно там-то эта хрень продолжается. То есть, ну, все равно можно делать полный обзор, потому что весь геймплей, так сказать, я уже прошел, так сказать. То есть финальная заставка фактически осталась, может, один босс там. Вот. И мне совершенно поражает, вот, что вот первая рецензия на Deus Ex Evolution был PC Gamer, поставил 97%, да. И я взял, открыл рецензию, посмотрел, а эти сволочи, оказывается, играли 10 часов геймплея, вот эту вот первую версию, украденную бета-версию, еще 2 месяца назад. Это просто, как так можно зашквалиться, и я просто сам до сих пор в шоке. И еще называть, да, это обзором серьезным, когда игры, вот, то есть эти жирафоны сидят не только в нашей стране, в всяких жироманиях, а также и на Западе тоже. Я всегда, когда делаю обзор, я прохожу игру, после этого делаю, да, и причем делаю не один обзор, а некоторые игры по 50, по 100 обзоров я делаю, очень детальных. А это аудиообзоры, я вот эти обязательно до выхода игры делаю, потому что незаконно укладывать геймплей, за это вообще посадить могут. Вот. Только больные бомжи вот этим занимаются, что воруют, нагло выкачивают и показывают, как им похуй на закон, да. Так вот, собственно, об игре. Игра, собственно, обдуленная, она более чем оправдала все ожидания и даже круче, чем ожидалось. То есть то, что мы видим в этой бета-версии гребаной, это вообще 3 или 5% всего геймплея игры. Игра просто бездонная и бесконечная, насколько там сюжет развивается и все. То есть, что можно проще сказать об этой игре, это металгерщина в чистом виде, только намного круче самой металгерщины. То есть, и все там и доведено до идеала. Как геймплей, который вообще никакой в этом металгере было, просто совершенно отвратительная тупость, а в четвертой части там вообще никакого стелса не было, да, тут все просто обдуленно сделано, такого геймплея нигде нет, хардкорного стелса, и одновременно как бы и не бесит, да, вот как там ты тревогу поднял, там, сука, тебя тут же убили, ну, хотя это сейчас во всех играх так делают, да, это вот раньше, вот в начале 2000-х годов, вот какой-нибудь Splinter Cell, и там 3 раза тебя заметили, и все, конец игры. Тут, естественно, такого нету, игра все равно сложна, то есть если, а в других еще такая проблема, стелса, хоть какой-нибудь хитман возьмите, то есть особой проблемы убить всех и не представляет, как сказать, то есть можно просто пойти и перестрелять, если тебя заметили, надоело прятаться, просто тут играть сложно, да, если тебя заметили, ты хрен перестреляешь. То есть даже в Splinter Cell последнем, и то можно всех просто пристрелять. Тут и реально все сложно, и компьютер как бы не читерит, там ничего. Просто все так речисто, быстро тебя как бы убивают, и все. И как бы, ну, столько там всего крутого. Все до идеально сделано, меню только одно, что стоит. Какое управление крутое, просто как на компьютере, это я по бета-версии знаю, так и на приставке до идеала доведено. Интерфейс до идеала доведен, ничего лишнего нету. Ни одного предмета лишнего нету. Там нет такого, как в играх, там, хоть Mass Effect 1, вообще что там, куча всего говна в кучу свалили, всяких предметов совершенно ненужных, которые все захламляют. Тут сделали инвентарь в духе Resident Evil 4, а это самый крутой инвентарь, когда он ограничен, да, и постепенно ты его еще можешь увеличить апгрейдами, это очень круто, целая мини-игра, как сложить все, уместить в этот чемоданчик. Это, кстати, один из лучших апгрейдов, там, увеличить в 3 раза. Геймплей просто охрененный, причем как стелс, так и шутер. Самое лучшее оружие, естественно, пистолет с глушителем. То есть одно удовольствие из него убивать врагов, типичная металгерщина. Просто как вот этот в голову целится, еще прикручиваешь лазерный прицел, и совершенно другое оружие, да, появляется уже. До этого у тебя прицел вообще какой-то голимый, даже непонятно, куда стреляешь. Вот, оружие все апгрейдится, причем любое, ну, оно достаточно хреново апгрейдится, просто обычная пушка берется и прикручивается к ней, так сказать. А вот, кстати, я забыл.
А может там, кстати, я вот не заметил, может, если как бы ты пробгадил пистолет, выбросил его, да, а потом новый нашел, он у тебя тоже будет пробгаден. Вот это, кстати, я не обратил внимания на это. Ну, я, собственно, всегда апгрейдил пистолет, потом магну можно проапгрейдить, даже взрывающиеся патроны, которые будут там роботов взрывать танки, то есть фактически. Вот, то есть это как бы помимо того, что Metal Gear, это еще Ghost in Shell, то есть даже есть сцены из этого педофильского мультфильма, там с этими роботами, даже они прямо оттуда срисованы. Только они еще трансформируются как Mass Effect, потому что это сейчас продвинуто считается, потому что как этих роботов хранится, и просто совершенно открытые вот эти стены, вот дизайн совершенно охрененный. Как в открытых локациях и закрытых, эти заводы показаны все изнутри, да. И в одной игре так не показано, что гигантские фабрики по производству, гигантские склады. Там, например, совершенно поражающая картина, там вот этот город, вот Шанхай, и внизу как бы низкий, там типа помойка, да, а потом, когда на лифте поднимаешься, видишь, что это как бы все находится под каким-то искусственным слоем земли, а в воздухе парит город вообще, сука, супертехнологичные, гигантские, там, то есть вообще там деревья цветут, то есть такая хрень там понастроили. А в конце вот этот вот круг, вот этот Хелл, это вообще в море, это еще в заставке ролики видно, да, выкопанная прям вата гигантская, то есть там размером с Манхэттен, просто, блин, вообще ужас какой. Они в одной игре там такого еще вообще не делали. То есть совершенно гигантомания полная, там и одновременно и коридоров много. То есть, а какой геймплей, столько там много изменений в геймплее, это просто кошмар, да. И самое интересное, что тут нельзя вот просто ходить и в бошке всем открутить, как крутить, как в Splinter Cell каком-нибудь или Crysis. Вот даже вот в игромании какой-то там придурок лысый, он там жаловался на Crysis, что типа стелс заключается в том, что он только ножом всех резает, потому что эти жирафоны работают, они ничего не понимают. Там в Crysis, в том же, там были оружия с глушителем, с него как раз тоже Metal Gear, вот приятнее всего убивать было именно с оружием-глушителем, целясь в голову каждому из стелс-режима. Вот, а тут, как бы, чтобы такие уроды, жирафоны не появлялись, и не воняли, вот что там, тупой геймплей, подходишь, тем бошки крутят, тут сделали впервые наведение, что ты не можешь подходить и просто сзади всех по стелсу убивать, как в любой другой игре. Потому что чтобы ты разные способы использовал и так быстро всех не убивал, потому что это же не Splinter Cell, где ты просто вошел в комнату и убил сразу 20 человек на ходу, в духе блокбастера в 90-х. Тут, короче, батарейка одна, да, которая сама восполняется. Это вообще просто кошмар. То есть фактически одна, несмотря на то, что апгрейды покупаешь, а батарейки все ограничены. То есть она все равно одна сама заряжается. А те они дополнительными просто. Там витамины принимаешь, но они очень редко попадаются. То есть даже если ты убил одного человека, ты не можешь сразу пойти и убить второго. Должен подождать, пока зарядится это, или использовать другое оружие. То есть куча дает альтернативы всему этому. Вот, потом проломливые стены, это тоже элемент геймплея, просто проломить стену можно, как для поиска секрета, и все апгрейдится, видеть там через стены, там прыгать с любой высоты можно, там апгрейд, там хакинг, это самое охрененное, ни в одной игре близко не подобралась к такому крутому хакингу, там просто интересно этим заниматься, это не выглядит какая-нибудь тупейшая головоломка, как это Mass Effect, или любую другую возьмите, как его, Альфа-протокол. Ничего подобного вообще не было никогда по взлому замков. И это тут просто реально взламываешь, ощущаешь, как будто ты взломаешь компьютер, и там ты радуешься, когда тебя не заметили, или наоборот страшно становится, когда тебя ищут. И все это просто вообще. И такое разнообразие. Причем вот самое наведение крутой психологические бои. То есть, если в обычной как бы RPG просто были базары, ну, типа, ну, пробазарил, и одна правильный ответ нажал, и все, тут прям борьба психологическая такая идет. То есть, это просто офигенно, как выглядит, они даже интереснее, чем, да их и больше, да, чем битва с обычных боссов, потому что обычных боссов там три, и всех их видно в начале. То есть, вот, а психологическая борьба, это там просто обдуленно, причем несколько исходов их есть, например, вот даже самое главное, первая вот бета-версии, даже еще, как все помнят, там вот этого одноглазого можно его заставить отпустить заложницу, можно его там отпустить вместе с заложницей, можно, чтобы он там просто убежал там, а самый лучший вариант просто взять его и убить сразу там. А можно, чтобы он сдался, то есть вообще, или там, да, чувак до самоубийства себя довел там, и злодей, надо его типа наоборот отговорить, либо там, или как бы
Или как тебя, чтобы пропустил охранник, вот этот охранник, вот, который тебя пропускает в полицейский участок, он потом, да, когда вот это восстание возвращается в Детройт, он с какого-то хрена меня убить после этого пытается, или это не он, короче, вообще этот наркоман. И там куча вот этих вот психологических поединков, и главное, вот эти, и очень круто сделан вариант ответов, как выбирать, то есть, там реально надо думать, какому психологическому портрету персонаж подходит, а не просто, да, Mass Effect, блядь, выбирать там добрый ответ или злой ответ, и причем все они одинаковые, да, а тут они совершенно по-разному. Он имеет подход, и прям там есть такой индикатор, какой альфа, бета, и надо быстро заметить, какому он как бы имеет, и надавить правильно. И это Абдулейна, главное, музыка играет, и напряжение идет, да, то есть он по мере всего этого подходит ближе к этому персонажу, и прям чуть ли не в упор потом, и прямо напряжение на гитаре, там вообще такое нагнетается, это просто вообще Абдулейна. Вот города там фактически, где можно ходить, два, Шанхай или кто там, китайский, и Детройт, но ты туда возвращаешься несколько раз. Вот, потом там, ну, есть куча локаций, да, отдельных, там есть Монреал, есть, как бы по ним ходить нельзя, там просто уровни в них, играешь, убиваешь врагов, там или ходишь, потом на верхнем этом Чанатауне ходишь, там гигантский, это город будущего, вот, то есть столько там всего там, куча-то такой закрученный сюжет, он закрученнее, чем Metal Gear, до последнего момента не знаешь, кто виноват, а ты просто, причем сделан так, что ты не можешь предположить, да, кто там злодей из них в начале. Потому что они новые персонажи, они по мере продвижения игры открываются, и потом только ты выясняешь, что там с ними происходит. Короче, полная конспирация такая, что ни в одной игре Metal Gear не снилось, как все запутано. То есть там вообще, там оказывается, там все эти ученые живы, там, а потом, а все это сделал вообще там свой этот миллионер главный, там, за главный босс. То есть вообще хочет убить всех людей там, или, ну, как в Суррогатах, я так понял. Потому что я последнюю заставку так и не смог дойти. Вот, да, игра ужасно длинная. То есть такая длинная, что вот я вот когда-то вот играл, вот, думал за вообще ее за один день пройти, да, и думал, вот я уже почти игру прошел, то что оказалось, это вообще только 10% игры прошло, то есть это вообще, когда оказывается, что вот этот вот репортер новостей, вот этот, сука, с дефектами речи, это вообще компьютерный интеллект, да, и там, блядь, то есть вообще прям находишь прям матрицу этого вообще не знаю чего, ужаса. Скайнет, да, короче, то есть, что туда не повыхнули, а эти роботы, почему они раньше не додумались им эти механические части делать открытыми, это же гениально. Почему раньше же такого, собственно, не было, только в каких-то там фильмах жутких старых, прям, и где они, вот какая, это такой, вообще, и они очень, эти протезы разнообразные, как там есть и военные, и всякие, и прям выглядят по-разному, есть дешевые там у всяких у нищебродов, еще устарелые там в этом Шанхае. Столько там апгрейдов, это вообще. То есть там открываются те возможности, те, которые в обычных играх, например, по умолчанию включены, то, что ты видишь, куда враг смотрит, там последняя позиция, там, где он тебя увидел. И герой, он реально, он круче становится, именно в стелсе он преуспевает очень серьезно. Хотя и полностью это геймплей не меняет. Например, второй заряжаемой батарейки тебе не добавляют. Добавляют только, например, убить одновременно двух врагов. Вот тайфун. Это охрененная штука, тайфун. Боссов можно убить с одного просто удара этого тайфуна. Просто подходишь вплотную и включаешь тайфун. Я вообще, когда еще бетл играл, я его даже не покупал. Он нахрен нужен. Еще и патрона для него нужно. Нахрен нужен. То есть такая штука в 8 метрах всех убивает. Невидимость, она достаточно эффективна, да. Хотя и не длится всего несколько секунд, то все равно имеет смысл там проскочить через лазер, через все. Но понятно, это не элемент геймплея, невидимость, это просто как бонус. Потому что это не Crysis 2 где-то. И они могли себе такое позволить. То есть обдуленная игра, я сделаю прогноз, свой действенно прогнозы мои всегда сбываются, только один раз я на 7% фиру ошибся. И то из жирафонов этих, которые непонятно, что делают. Вот. И, короче, прогноз игре будет 95% в среднем по Metacritic, но по-любому выше 90 большинство изданий будут ставить. И по-любому все будут положительные. Средних оценок вообще не будет, медиакоры. Если, конечно, какой-нибудь не отжирува вонючий выпустит, или там, блядь, обзор свой, который все уже добанили, забанили на Metacritic, GameFAQs, этих дебилов не нужно брать в расчет.
Хотя и без них их достаточно, как я говорил вам, картели опустили, да, как бы на уровень Дюки Нукина, да, оценки поставили, я там тоже просчитался, вообще там на 15%, хотя и точных прогнозов не делал, говорил, очень сложно оценивать ее. Вот Жирафоны взяли, запустили один уровень, тупо им не понравился, и все обосрали эту игру, я эту игру тоже всю прошел, делал объективный обзор.